которая уже встретила войну. В боях потери были намного больше. Я предлагаю вам пройти с ним. Отдавали наши границы по многим местам и подвергли бомбардировки города Житомир, Киев, Севастополь. В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда. Мысли о том, чтобы сдать Ленинград, чтобы сдать Ленинград, она еще в начале. Мы длинный счет врагам приберегли, отомстив за все, о чем молчали, за все, что скрыли от большой земли. Нет света, нет воды, канализация не работает, тепла нет, это 900 дней. Но тут не прожить. Ну как? Хуже всего это голод. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли, в бомбоубежище совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить
а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам не стоило. Немцы не так сильны, как кажется, паникёром. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, это значит обеспечить за нами победу.